Компактная автоматическая кофемашина с дисплеем и индивидуальными настройками степени помола, температуры и крепости. Рассмотрим автоматическую кофемашину от бренда Nivona, модель кафе «Романтика» NICR-550. Вместе с машиной поставляется мерная ложка, трубка для молока, чистящие таблетки, инструкция и гарантийный талон. Кофемашина имеет компактный строгий корпус черного цвета с серебристыми деталями. На фронтальной стороне размещен информативный цветной дисплей. Слева и справа находятся две ручки управления. Машина позволяет приготовить одновременно две чашки черного кофе. Носики для подачи напитка регулируются по высоте. Поддон для сбора капель оснащен поплавком для индикации заполненности поддона. Благодаря встроенной кофемолке с коническими жерновами из закаленной стали можно варить свежесмолотый кофе, выбрав одну из трех степеней помола зерна. Контейнер для зерен рассчитан на 250 граммов. Можно использовать и уже молотый кофе, для него предусмотрен свой отсек. Также можно регулировать крепость кофе, температуру напитков и желаемый объем от 20 до 240 мл. Для приготовления капучино нужно будет воспользоваться автоматическим капучинатором. Отдельно можно использовать горячую воду для заваривания чая. Емкость съемного резервуара для воды – 2 литра 200 мл. А еще машинка не требует трудоемкого обслуживания. Для очистки, удаления накипи и ополаскивания предусмотрены автоматические программы. Что в итоге? Nivona кафе «Романтика» NICR-550 подойдет для быстрого приготовления черного кофе, эспрессо или капучино, дома или в офисе. У нее вместительный резервуар для воды, есть возможность использования молотого и зернового кофе. А благодаря регулировке степени помола, крепости и температуры можно создать идеальный по вкусу напиток.